С начала учебного года, который для большинства школ Лондона начнется на этой неделе, ученики подготовительных классов будут получать бесплатное горячее питание. Всего в Англии без малого 2 миллиона детей от 4 до 7 лет. Только в первые два года новая схема потребует более миллиарда фунтов стерлингов. По заявлению Министерства образования, 98% школ готовы к нововведению. Исключение составляют лишь те, что находятся в отдаленных населенных пунктах и не имеющие помещений для приготовления пищи. Питательная сбалансированная диета поможет поддерживать здоровье учеников и улучшить их успеваемость, уверен директор одной из лондонских школ Брайан Хейзел. Сэкономит на бесплатных ланчах и родителей в среднем по 400 фунтов в год на ребенка. Единственной пострадавшей стороной останутся местные советы, которые должны выделить деньги на реализацию проекта. Мы полагаем, что дефицит местных бюджетов составит порядка 25 миллионов фунтов в год. То есть на деле получится так, что мы будем вынуждены прекратить финансирование других программ, не менее важных программ, чтобы реализовать этот проект. Состояние дел в подготовительных и начальных школах вызывает у британских властей серьезную обеспокоенность. Согласно обнародованным накануне нового учебного года данным, каждый пятый ребенок в Британии страдает от ожирения или избыточного веса из-за неправильного питания в школе. Кроме того, почти треть выпускников государственных начальных школ не умеют нормально читать, писать и считать, чтобы продолжать обучение в средней школе.